Губернатор Ямала сегодня на заседании Заксобрания отчитался о работе регионального правительства за 2012 год. В частности, Дмитрий Кобылкин представил полную информацию о развитии округа в минувшем году, подтвердив, что темпы развития характеризуются как высокие. Так увеличились инвестиции в основной капитал, возросли объемы бурения, геологоразведки, добычи газового конденсата. В полном объеме выполнены все социальные обязательства. Улучшается качество жизни ямальцев за счет строительства жилья и социальных объектов, развития инфраструктуры. Отмечается рост товарооборота, денежных доходов населения. Улучшилась ситуация на рынке труда. Дмитрий Кобылкин отметил, что это результат работы не только правительства. Это прежде всего результат работы ямальцев.